Картина Ивана Ключникова парят в воздухе не случайно. Не только фасадная сторона, но и тыльная заслуживает не меньшего внимания. Заглянув за нее, можно обнаружить пикантную деталь. У оборотной стороны своя жизнь. Свои работы художник Александр Веревкин принципиально не называл. Номер один, номер два и номер три. Главное по замыслу художника не то, что написано сверху, а колесики, которые находятся снизу. Именно они позволяют картинам жить. В галерее «Виктория» открыта выставка молодых художников, которые расширяют границы живописи как искусства. Работы выходят за рамки привычных нам картин. Вместо холста могут быть картон, ковер или человеческое тело. Это удивляет, это завораживает. Вот это художники как волшебники, да, как фокусники, которые превращают неживые предметы в живые. На выставке картины, написанные на спине, представлены живопись, фотографии, видеоинсталляции, коллажи и объекты. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.